Я Кай, капитан команды Старкс. Мы, воины Кайро, путешествуем по вселенной в поисках энергии жизни. Только мы можем спасти вселенную от злых сил Лакара. Мы собираем повсюду энергию Кайро. Она дает нам мощные атаки и способность превращаться в невероятных монстров. Тот, кто подчинит энергию Кайро, станет всемогущим Редикай. Мое имя Кай. Я воин Кайро. Моя миссия — покорить Кайро. Редикай. Битва за Кайро. Приветствую, воинов зла. Я пришел вручить вам тень Лакара. Используйте ее, как я вам велел. Да, мастер. Найти энергию Кайро не просто и на равнине. Что уж говорить о лабиринте. Ты прав, Бум. Тренировки — пустая трата времени. Мне нравится применять атаку. Но мы на верном пути. Я чувствую немного терпения, Кай. Прости, Майя, но терпение не по мне. Думаю, разящие когти отлично справятся. О. Круто! Не стану спорить. Теперь найдем реликт. Ребята, энергия в противоположной стороне. Эй! Ох уж мне эта команда. Источник энергии Кайро. Я знаю, что ты где-то здесь. Да! Это научит Кая с Бумером слушать меня. Прости, но получить энергию не так просто. А может и просто. Кстати, где твои приятели, Майя? Не волнуйся за них. Я могу постоять за себя. Что ж, тогда поединок Кайро. Вызов принят. Инфинита! Гравитационное разрушение! Брутикон! Вырождение! Сильвербэкс! Ударная волна! Сионис! Дымовая завеса! Всегда используй шанс словчить! Дымовая завеса! Это слишком просто. Я смогу одолеть их только силовыми атаками. Гравитационное разрушение! Гиперураган! Мы не позволим девчонке победить нас. Вперед! Зададим ей трепку. Мы уже ее проучили. Еще одна атака, и у нее кончится энергия. Тогда ее ожидает сюрприз от Лакара. В чем же дело, Майя? Или силёнки на исходе? Попробуйте огненный вихрь! Ударная волна! Теперь гвоздь программы. Атака тень Лакара! Ну чего вы уставились? Надо забрать Кайро и доставить ее Лакару! Mm-hmm.
О! Отойди от нее! Быстро! Или сразитесь с метаноидом и фростоком! Это вам придется отойти! А? Что ты такое говоришь? Говорю, что я теперь в команде Радикор. Мне давно надо было уйти к ним. Но они же зло. А мы твои друзья, Майя. Бывшие. Убирайтесь. Мы никуда не пойдем. Что ж, мое дело предупредить. Ослепляющий свет! Небольшой отдых избавит от любого стресса. Хоппа! Муки! У нас большая беда! А где Майя? С радикорами! Она сражалась против нас и ушла с ними! Как будто... будто она поддалась силам зла! Надо связаться с Баядаем, скорей! Я всегда боялся, что придет день, когда один из моих воинов перейдет на сторону зла. Но Майя бы так не поступила. Это все подстроили радикоры. Да, похоже на психическую атаку. В чем бы ни было дело, вы должны найти ее. Никто не знает, что случится, когда темнота завладеет ею. Чувствую энергию Кайру на среднего стадия. Туда мы и отправимся. Если там новый источник энергии, значит, поблизости другие команды. А где противники, там и Майя. Муки, заводи мотор. Готов лететь, парни. Муки, что случилось? На моей планете, когда нервничают, у всех начинают расти волосы. А от этой ситуации с Майей я места себе не нахожу. Не волнуйся, мы ее найдем, можешь мне поверить. Надеюсь на вас. Лакар не отдаст Майю просто так. Вот она. Все, как ты велел. Прекрасно. Теперь, когда ты со мной, мы доведем мое дело до конца, Майя. Да, мастер. Веди команду на Средний Восток. Там вы найдете Кайру и уничтожите твоих бывших друзей. Но, мастер Лакар, Якоби... Тен. Я не подведу тебя, мастер. Похоже, мы на верном пути. Надеюсь, что Майя тоже на нем. Кай, как ты, приятель? Я тут подумал, Бум, что если Баадай окажется прав? Вдруг Майя выбрала зло намеренно? Нет, ерунда! Этого не может быть! Я не знаю, мы бросили ее в лабиринте. Может, она перешла к радикорам, потому что обиделась? Брось! Даже если мы ее задели, мы же говорим о Майе! Исключено! Когда думаешь, что хуже быть не может... Приползают змеи. Жаль, Майи нет рядом. Она бы убедила их успокоиться. Но мы видели, как она это делает. Я могу попробовать. Боюсь им не до разговоров. Надо убираться отсюда, быстрее! Я бы с большей радостью применил бы на них атаку Кайру. Но жаль тратить энергию. Эй, а может попробуем тройной прыжок воинов Кайру? А если ты вдруг не заметил, нам не хватает третьего. А вот двойное сальто воинов Кайру может сработать. Да, удалось! Еле-еле. Без Майи в команде мы куда слабее, чем обычно. Что ты? Здесь ничего не вижу. По-моему, ты водишь нас кругами. Кайру где-то здесь, я уверена. Но ты можешь искать дальше сам, Зейн. Оу! Вот так находка. Я мигом проломлю этот прогнивший песчаник. Можешь биться о камни весь день. Или просто пойти вместе со мной.
красиво, а я, пожалуй, с Майей. Я тоже, постой. Эй! Скорее, Кайру совсем рядом. Надо забрать ее, пока тут нет других воинов. О, а тут просторно. Кай, стой! В пирамидах всегда есть ловушки. Надо быть осторожней. Осторожность работу не сделает. Ага. Не отставай. Пока они не найдут Майю, пилот из меня никудышный. О, нет. Энергия Кайру здесь. Лакар будет очень доволен. Круто, что ты умеешь чувствовать энергию. Ты могла бы научить меня? Да, да, конечно. Что застыли? Заберем ее. Зейн, стой! Ловушка! Да, да. Ха! Она спасла тебе жизнь, Зейн. Ничто не встанет между мной и Кайру. Даже этот саркофаг. Отойди-ка, дай мне. Любители, смотрите! Не трудитесь, мы откроем его с помощью силы мысли. Сконцентрируйтесь на энергии Кайру, объединяющей нас. Солнце покажет нам, как открыть саркофаг. А мы точно не заблудились, Кай? Кто сказал, что Кайру и Майя там, куда мы идем? Поверь мне, Бумер, у меня все под контролем. Оу! Я упоминал про ловушки. Быстрей, пока нас не заперли в коридоре. Этого не произошло бы, будь с нами, Майя. Бежим туда, скорее! Ну вот, я же говорил, все под контролем. Не нравится мне этот звук. Забудь про звук, на вид это гораздо хуже! Так, и что же у нас здесь? Сколько можно? Зря тратим время. Не знаю насчет тебя, а я открываю саркофаг. Круто! Мы бы ни за что не додумались, Майя. Ну вот и все. Мы нашли Кайру для мастера Лакара. Майя! Майя, стой! Подумай, что ты творишь. Мы всегда сражались против Лакара, и ты вдруг решила стать его союзницей. Просто я приняла решение войти в команду, где меня ценят. Я бы пригласила вас, но места больше нет. Мне плевать на эту чушь, Майя. Мы никуда не уйдем без тебя. Я бы поболтала еще, но мне надо доставить энергию Кайру Лакару. Это самое глубокое из всех бездомных ям. Эй! Кай! Лови! Ты должен залезть!
Долго я не продержу! Спасибо, друг. Я у тебя в долгу. Я ни при чем. Это все он. Скорей. Надо догнать Майю и Радикоров, пока они еще здесь. Шевелитесь! Лакар не любит ждать. Пусть подождет еще немного. Не думал, что скажу это тебе, Майя. Но... Поединок Кайру! Я думала, ты не попросишь. Вызов принят! Метаноид! Плазменный взрыв! Просто! Потрясение разума! Нас меньше! Придется сражаться всерьез! Плазматический взрыв! Вот как! Ты решил атаковать самую быструю команду силой? Без меня твоя команда обречена! Харриет! Вроде как! Когда я в чужой команде, верно? Если так пойдет дальше, боюсь, что скоро ей некого будет дразнить. Не может быть, чтобы Майя настолько на нас обиделась. Ее изменило что-то другое. Уверен, что ответ в экс-ридере Зейна. Ну-ка добавлю вам славный хлопок грома. Скорее к пирамиде. За ними! Поймать таких жалких воинов будет нетрудно! Нам надо добыть X-Reader Зейна! Я возьму огонь на себя, а ты проведи атаку! Эй, Зейн! Теряешь хватку! Я жду тебя! Скоро ты сам кое-что потеряешь, Кай! Лучше из антиматерии! Потрясение разума! Так держать, Фрос! Тень Лакара! Вот в чем дело! Надеюсь, ее влияние на Майю обратимо! Было весело, но школа кончилась! И вы с треском провалились! Тень Лакара! Кажется, получается! Ну же, Майя, ты сильнее! Прошу, вспомни, кто ты! Ты на стороне добра! Ты одна из нас! Кошмарный сон! Спасибо, что разбудили меня! О, да! Я знал, что она не могла предать нас! Я никогда не предам вас! Мы одна семья! У меня есть незаконченное дело! Значит, ты решила вернуться к старым друзьям. У меня есть прощальный подарок. Атака вырождения! Ударная волна! Жалкие усилия! Но признай, ты никудышный капитан! Что тут удивляться? Я покажу тебе! Что случилось? Немного утомился? Оглушительный вопль тебе поможет! Это еще не конец, Майя. Хорошо, что ты с нами, Майя. Мы бы не одолели их без тебя. Бумер прав. Теперь мы всегда будем помнить, как слаба без тебя наша команда. Спасибо. Мне это важно. И мы должны извиниться за то, что бросили тебя в лабиринте. Да, если бы мы послушались твоего совета, всего этого не произошло бы. О, как приятно вернуться в команду и к лучшим друзьям. К
Кстати, нас ждет Кайро. Мы снова дома. Майя, ты здесь? Муки, что произошло? Значит, ты уже не на стороне зла? Точно. Я прежняя добрая Майя. Ух, ну тогда я могу официально прекратить нервничать. Так вы не только потеряли энергию Кайру, но и Майю тоже. Да, да, мастер. Это не так уж важно. Ведь это было только начало. У меня планы на Майю. Побольше, чем на вас всех. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите ни одной звездной битвы, потому что это нельзя пропустить. Далее в нашей программе «Звездные войны. Война клонов». Только на Cartoon Network.